красная горела. Нажми. Угу. Еще раз нажми. Я нажал. Вот. Все, ну хорошо, поехали дальше. Вот такова судьба братьев Бернсов, а вот судьба моего непосредственно, мой дядя погиб уже на другой войне. Он погиб при штурме Гдыни, Гданьска. Тогда это было Данцинг. Он погиб при штурме, получил первую награду боевого красного знамени, а при потом орден Великой Отечественной войны первой степени и погиб там. А его мать и моя бабушка вышла замуж вторично. Любопытно, что они тоже снят фильм. Недавно он вышел по на первой программе, несколько раз повторялся, называлась «Кремлевские жены на качелях власти». Она вышла замуж, здесь нет ее фотографии, вы увидите в книге фотографию ее мужа. Она вышла замуж вот за этого человека, который был непоном в Тифлисе. Мой дед умер, а она вышла замуж с тремя детьми за Александра Яковлевича Игнаташвили. Александр Яковлевич был непон, был арестован, как все непоны. И потом, значит, каким-то чудом, благодаря матери Сталина, заступничеству, он уехал в Москву. И в Москве он стал заместителем Власика, коменданта Кремля. И в течение 12 лет он готовил еду, то есть полуфабрикаты для Кремля. Вот ближний круг, вот каждый день они возили на вот кадиллаки, которые здесь вы тоже увидите, еду в Кремль. А моя бабушка попала, значит, что жена Калинина, жена маршала Кулика, жена Поскребышева и жена Александра Яковлевича Игнаташвили. Это вы можете посмотреть в интернете на качелях власти. Вот такая потрясающая судьба семьи, которая, в общем, благоденствовала, потом разорилась, но никогда не изменяла идеи России, что они служили на благо России и остались, как бы память вернулась в Россию и стала достоянием истории России. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое. А про Чайковского расскажите. Да, про Чайковского продолжай тогда снимать. Нажми еще раз.